Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы находимся в самом темном месте в игре, в гробнице гигантов. Надо сказать, здесь и правда темно. Кроме того, эта локация, наверное, одна из самых сложных в игре, насколько я пока могу судить, потому что мне, такому всему раскачанному, очень многие враги здесь натурально проламывают череп, если можно так сказать. Так, внизу мы там были. Сейчас мы пойдем сюда. Тут у нас какая-то страшная хрень, которая неприятно дышит. Не знаю, слышно ли вам. Но это так. Так, ну что, да. А, там уже, смотри, там босс. Что ты умеешь? Офигеть. Да нет, в принципе, не сказать, что прям так сложно, но, блин. Видали и полегче, короче говоря. Так, тут у нас босс, скорее всего, или просто новая локация, но мне кажется, что все-таки босс. Хотя нет, новая локация, потому что босс был только что. Он был такой легкий, что я про него и забыл. Тихо, 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 тихо. Это снизу подо мной, что ли? А я там бонфайр вижу. Скорее всего, он здесь. Да, мы деремся через... О, придурок! Два раза нажал вместо одного. Деремся через белый туман. Ну да ладно, мы недалеко умерли. В принципе, я вижу, что я с ними буду справляться. Ничего особо страшного они мне противопоставить не могут. Так что все у нас хорошо. Сейчас мы сходим за своими душами и будем двигаться дальше. Там у нас, кстати говоря, по-моему, темный рыцарь. Прямо за этим туманом. Судя по той алебарде, которую он машет. Потому что другие монстры здесь таким оружием не обладают. Насколько я видел, по крайней мере. На твою дивизию! Ну ни хрена себе, недооцениваю врага, короче говоря. Это там кто-то стоит, да? Еще бы стрелы по прямее летали. Да. Ладно, хрен с ним. Мои души. Не так много, но все же. Ну-ка, давай. Че, бежит кто-нибудь, нет? В этот раз никого не бежит. Так, давайте подлечимся. Хоть мало жизни отняли, но отняли, по крайней мере. Бежит. Где ты? Да, блин. Да, это ты. Да, блин, со всех сторон шарашит. Я, конечно, сам тут неплохой вклад в это дело внес, постреляв по... Да твою же мать. Давай полежи пока, а я полечусь. Фу. Хальберт. Еще один белый титанитовый осколок.
Блин, эти стрелки мне не особо нравится то, что они делают. Они мне очень сильно мешали. Ой-ой-ой-ой. Да, блин, вот эти стрелки, и вот без них бы тут все было бы попроще, конечно. Ой, она за мной гонится. Ладно, успел подлечиться. Меня убьют сейчас. Ну что ж вы делаете? Что ж вы делаете? Я же, блин, приду к вам. Я сожгу ваш дом. Я убью вашу семью. Что же вы, уроды, делаете со мной? Скотина. О, это я типа лук так ношу. Да, блин, упади ты уже с меня. Так, ладно. Я думал, там у нас босс, а там у нас, оказывается, просто просвет. Еще один, смотри. Отсюда я пришел. И пришел. Так, если я сейчас в тебя стрельну, то ты, возможно, упадешь туда вниз, хотя там, по-моему, убиться сложно, но тем не менее. Нет, ты у нас умный, да? Ладно. А здесь как-то мне больше помогает этот меч, чем House Blade. Именно потому, что он не тратит на врагов мои драгоценные жизни. И вообще мне надо пореже аптечки использовать. Так, что у нас тут? Дается мне, что... А, нет, смотри, тут просто ништячок лежит, видимо. Что за офигищит? Защита 60, стабильность 45. У-у-у. Против огня хорошая защита, против молнии практически 100%. Ну что ж, это нам пригодится. Где-то там я еще слышал этих, как их назвать, собак. Да не надо мне помогать с боссами. Народ и так ругается, когда я делаю при прохождении, что я зову фантомов все на помощь. Так, это спуск ниже. Видимо, туда нам и нужно. А тут у нас... Тут у нас тупик, понятно. Так. Попаду, нет. Найти. Найти. Так, здесь с тобой хотя бы можно драться. Более-менее тактику против них придумал. И сразу стало жить проще. Ой. Вот вас я куда меньше люблю, чем тех. А там еще и такие. Полный набор, короче говоря. Так, сейчас я постараюсь на тебя навестись. Блин, отходишь, а прицел сводится. Ну, давай, атакуй меня. Такой.
Да, блин. Да, блин, я не знаю, что у меня выносливости не хватило, я же нажимал. Ох. То ли кнопки путаю, то ли что. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый, как говорится. Так, еще ниже спуск. Блин, да сколько же тут мест, куда можно пойти? Вот. Вот то, что мне нужно. Так, тебя мы зажгли. Теперь. Блин, ну ты мне по-любому пригодишься. Придется мне двойную человечность опять использовать. Мне не так много их осталось. Давайте лучше вот так вот. Раз. И два. А лучше сразу три. Так, теперь превращаемся в человека. Сейчас, конечно, опять все эти враги появятся. Но, по крайней мере, у нас тут будет бонфайр. Теперь зажигаем бонфайр. И еще раз. Да, блин. Ой, не-не-не. Не туда. Все хорошо. Топерча. Попробуй спрыгнуть. Нет, спасибо. Тут вроде никакой иллюзорной стены не видать. Вроде не видать. Так, ну что, пойдемте по новой драться. Тут у нас сейчас будет собачка. Будет тот рыцарь. Прямо стоящий. А еще мы не ходили вот сюда. Ты не будешь меня атаковать? Она меня атакует. И надо сказать, это не самое лучшее место для драки с ней. Так что меня сейчас убьют! Да. Ой. Удары у нее, конечно, пудовые. Как хорошо, что у меня тут бонфайр есть. Блин, это, по-моему, прекрасно. Так, кстати говоря, если еще одну человечность использовать, я могу 20, допустим, сделать. Ну ладно, мне 15 хватает. Короче говоря, нужно сначала разобраться с этой тварью. Да, блин. А потом уже что-то дальше смотреть. Ну, раз сюда пришел, давай с тобой тогда. Ай, блин, я сам напрыгнул на... Да что ж я творю-то? Да ёлы-палы. Давай, сделай что-нибудь. Фу, блин, душные ребята. Да чего душные? И я что-то лажать начал. Хотя я не прекращал. Ну, короче говоря, я о чем хочу сказать. Как только бонфайр у тебя поблизости, так все, ты расслабляешься, начинаешь какую-то, блин, пургу делать. Непонятно. Когда бонфайр далеко, ты прям так стараешься, как будто от этого натурально твоя жизнь зависит. А тут... Блин, в этих катакомбах белого титанитового чанка просто... Какое-то, я не знаю, безумное количество. Я уже штук 10, наверное, собрал. Это что за баг? Ладно. Это одна из тех колонн мясных. Ой, неприятное место для драки.
можно. Блин, одна проблема. Ой, вас тут двое. Вообще прекрасно. Одна проблема, я ни хрена не вижу. Вроде туда стреляешь, где она только что стояла. А нет. Да где ты, ёлы-палы? Я вообще в землю стреляю, оказывается. Давай, иди ко мне. Да, блин. Да, у тебя размах рук, я не знаю как. Ах, рукастый. Рукастый. Так, и второй. Каждый из них может быть последним. Ой, и третий, ёлы-палы. Давайте вытягивать, что ли, я не знаю. Со всеми вместе драться это не вариант. Да, твою дивизию. Так, хорошо. Тут я понимаю, так я скачусь. Не хотелось бы пока. Ну, давай. Сотвори что-нибудь эдакое. Ты что творишь вообще? Когда я говорил, о, молодца, вот что-нибудь эдакое, вот постоянно твори. Придурок. Так, ну давайте сюда попробуем, что ли, спуститься. Как аккуратен не был, все равно чуть не упал. Ох уж местное управление. Оно, по идее, очень удобное, но вот в такие моменты нередко тебя подводят. Так, и сюда, я так понимаю, нам нужно. Ладно, тогда давайте посмотрим, что у нас дальше, там, где эти собачки были. Тут есть что-нибудь вообще? А нет, здесь вообще ничего не так. Можно было и не убивать ее даже. Ладно, давайте спускаться ниже. Ничего. Опа-на. Опа-на. Так, хорошо. Здоровье пока что в порядке. Куда это мы попали вообще? Что это за хрень такая? Ну, я так понимаю, что там один из сюжетных боссов. Видимо, так. Я такого цвета еще ни разу туман не видел, по-моему. Хотя и с волком Сифом дрался там. Или нет, там, по-моему, другой был. Точно не могу сказать. Так, а что подальше у нас? Может, это ништячок какой лежит? Так, понятно. Ничего. Офигеть. Хрена себе, у вас тут корни. Хотя это даже деревья, скорее, не корни. Блин, вот за что, а за дизайн все-таки игру можно, за декорации любить просто. Натурально, очень круто. Ну что, давайте. Закрыто великие силы великого лорда. Ништяк. Прекрасно, на мой взгляд. А что тогда сюда перся? Ништяк? Что, мне назад идти, что ли? Я не понимаю. Или там какая-то развилка была? Я не видел, честно говоря.
Супер. А, я вспомнил, где такая же штука была. Ваннер-Лонда была такая штука. Она там означала, что там дальше просто ничего нет. Там так вынужденно ограничили. Так что там, похоже, за этим, тут за этой печатью нет ничего. Так, ну а куда же мне тогда идти-то? Тут у нас тоже ничего нет. Давайте искать. Я так понимаю, мы сейчас обратно дойдем до бонфайра. У нас ништяк лежал. Где я мог что-то пропустить? Ума не приложу. Тихо. Это откуда звуки? Я что-то убил, по-моему, в прошлый раз. Так, ну вот здесь бонфайр. Я пока даже трогать не буду, то есть пока что нет нужды, потому что я не хочу, чтобы по новой это все оживало. Аптечек у меня более чем достаточно. А как туда попасть? Отсюда явно не попаду. Или попаду? Нет, не попаду, я скачусь там. Ладно, вот уже задание на эту серию. Найти, как забрать вон тот ништячок. Сейчас вот наверху будет эта тварь. Так. Сели поудобнее. И присматриваемся. Ну, начинается в колхозе утро. А там я был, нет? Что-то вообще не помню. Блин, в темноте хрен сориентируешься. Давай, что ли? Атакуй. Отлично. Так, тут у нас, по-моему, ничего нет. Да, тут мы ходили за ништяком. Больше мы тут ничего не нашли. Чё, болезнь? Отлично. Так, ништячок у нас лежит где-то вон там, по-моему. Блин, я уже запутался в этой темноте. Так, ты же один тут, да? Скажи, мне одного хватит на тебя. Вообще. Я просто назад возвращаюсь тупо. Мне нужно какой-то путь, что ли, найти, я не знаю. Но вот отсюда я поднялся. Тут ничего. Я заблудился, я потерялся в темноте. И что самое печальное, врагов-то все равно полно, которые меня хотят убить. Только теперь еще и прогресса никакого. Какой смысл вообще во всем этом спуске, если в конце у нас ждет такой тупик? Ну, давай, чё? Ой, ребята, мне просто неохота назад подниматься. Я сейчас чувствую, поднимусь, и потом окажется, что там внизу было все. Так, сколько там времени-то осталось до конца серии? 20 минут еще. Давайте, знаете, что сделаем? Я сейчас еще раз бегаю вниз, точно там все изнюхаю. Может, я что-то пропустил, какой-то проход. Если нет, то продолжим примерно с этого же места и будем наверх подниматься, потому что я тут не вижу каких-то других дорог.
Короче говоря, вот так. Так, ну ладно, продолжаем. Я там внизу все излазил, но ничего там не нашел. Единственное, этот запор, проход. Я думаю, что туда все-таки как-то можно попасть. Поспрашиваю у знакомых. Возможно, я что-то не так сделал, но пока что меня туда точно не пускают. Видимо, можно надо как-то сначала что-то в других местах сделать, потом туда прийти. Сейчас тогда, я так понимаю, тут больше ничего нет. Потому что вроде как в прошлый раз, когда я поднимался, я все исследовал и ничего не находил. Чтобы нам по новой не переться всю эту довольно продолжительную дорогу, возможно, мы сейчас сядем к тому вон бонфайру, который у нас внизу. Да переместимся куда-нибудь в сторону Фаерлинг Шрайна. Подожди, а тут что? Я что-то этого места не помню. Будет смешно, если я сейчас найду ту самую дорогу, которую искал. Ой, ёлы-палы. Ой. А мне тут не было. Нашел, нашел. Ох, нифига ты что умеешь. Ладно, хорошо. Белый титанитовый. Ты посмотри, сколько их тут. Так, ну ладно. Подожди, мне нужно вернуться тогда. Сесть у этого бонфайра. Потому что я, по-моему, не у этого садился в прошлый раз. Я садился там ниже. Сейчас мы тогда сядем у этого бонфайра. Придется, конечно, по новой убить этих монстров. Но зато, если мы умрем, то мы окажемся здесь в следующий раз. Или я тут был? Что-то я, честно, вообще не помню. Подожди, я, по-моему, и тут был тоже. Не надо, блин, обманывать самого себя. Сейчас как раз-таки около бонфайра я и найду выход из этой пещеры, вроде как. Вот тут нет? Или нет? Чё пишешь? Здесь? Что здесь? Ладно, возможно, я что-то путаю. Как бы там ни было, я сажусь около костра и возвращаюсь теперь в ту пещеру. Посмотрим, что у нас там. Мне кажется, что я там был все-таки. Хотя уже, честно говоря, мозги набекрень, 4-я серия за сегодня. Поэтому могу и ошибаться. Возможно, я и пропустил эту дорожку. Просто вот так вот пробежал и не заметил, может, даже. Будем надеяться, потому что неохота мне назад переться, после того, как я так долго спускался. Я сегодня весь день спускался в эту яму. Так, хорошо. Хорошо. Пойдет. Так, достаем фонарик. Слушай, я и тут не был. По-моему, это правильная дорога, кстати говоря, как раз. Не знаю, правильно или нет, но куда-то мы пришли в итоге. Куда-то, где мы еще не были. Да, блин, хватит сносить постока. Так, хорошо. Да, блин, сколько вас тут? Ладно. Так, с этой стороны понятно, короче говоря. Отсюда мы пришли. Тут мы убили. А что, если в эту сторону пойти? Кстати говоря, по-моему, понял. Да, я понял, где мы оказались. И это нас нифига все равно не выводит из данной локации. Это печально. Так, ну что тогда? Я не знаю. Тогда нам, похоже, придется все-таки выбираться отсюда. Потому что единственное место, которое я нашел, оно в итоге привело нас все равно назад.
Мы в прошлый раз как-то решили, что отсюда мы все зачистили. На деле оказалось, что отнюдь не все. Но тем не менее, сюда мы все равно сейчас пришли. Да бей-бей. И теперь я точно могу сказать, что теперь тут уже вроде как зачищено все. Так, сейчас где-то тут девочка будет. Вот она. А тут, собственно, будет эта пещера, да? Да. Ну что, по-другому я вернуться назад никак не могу. Блин, натурально, один во тьме. Ладно, видимо, с этой печатью надо будет узнать. С этой печатью, видимо, что-то нужно сделать, как-то ее вскрыть, и тогда я смогу попасть в ту пещеру. В принципе, я могу сказать, что этот спуск уже будет не такой сложный, потому что я уже приноровился к местным врагам. Но все равно обидно, что меня не пустили туда. Да вперед крутись. Там внизу у нас пареньки, которые охраняли новый Эмбер. Что еще тут есть? Больше тут нет ничего. Так, давайте тогда мы сейчас встанем куда-нибудь в безопасное место. Скажем, вот сюда. Призовем. А, зачем? У нас же тут прям. Хотел сказать, возьмем Homeward Bone, чтобы оказаться около костра. Но раз костер здесь, то мы просто сейчас переместимся к Firelink Shrine. Оттуда пойдем к кузнецу. Посмотрим у него, что за эмбер мы нового взяли. А потом, я думаю, прекратим эту серию. Я отдохну от игры, заодно узнаю, как мне попасть туда вниз. Если что, мы примерно оттуда и начнем. А если мне нужно что-то в других локациях взять, где я еще не был, то пойдем туда. Короче говоря, нужно дальнейший план действий сложить. Просто так тупо бегать, чистить неохота больше. Как бы там ни было, мы, в принципе, убили одного босса там и нашли много всего хорошего. Но, конечно, в итоге нас завернули. Подожди. Это там внизу была вот эта вот девушка, принцесса. Ее два охранника, помните, да? Так они перемещаются, значит. Ну, в принципе, я знаю, что они перемещаются. Но эти, я думал, они всю игру тут будут стоять. Да, незадача с ними приключилась. Так, ладно, это все хорошо, конечно, и довольно грустно, но мы тем временем направляемся к кузнецу. У нас как раз есть денежка, если что. Я не знаю, из чего мне сделать огненное оружие. Мне оно, в принципе, наверное... Вернее, какое огненное, чего я несу? Сначала нужно посмотреть, что нам дает этот Эмбер, Large Эмбер. Я все по привычке, как мы нашли там в катакомбах кузнеца, который на огненное все приковывал. Так теперь говорю, что огонь, огонь. Добрый день. Прошел так мимоходом. Да даже не знаю. Чё ж такое? Кстати говоря, сейчас надо посмотреть, через Warp у нас будет открыт какой-нибудь бонфайр там из тех, что в катакомбах. Darkmoon Tomb. Это, по-моему, не то. Darkmoon Tomb — это Ванер Лонда. Дочь Хаоса — это внизу в Блайттауне. Sunlight — это... Вот Sunlight я не помню где. Но явно там внизу не Sunlight. Короче говоря, придется пехом туда, если что, по новой пилить. Аж из самого Firelink Shrine, через катакомбы. Ну, насквозь-то пробежать там довольно быстро, но все равно, конечно, обидно. Так, давайте дадим ему большой Divine Ember. Так, теперь... мы можем дальше наш Divine Falchion прокачивать с помощью белого титанитового чанка. Ну ладно, нам его все равно девать некуда. Или есть куда. На это я тратить явно не буду.
Так, хорошо. Броню, может... Нет, броню вообще-то не разрешают. Давайте прокачивать тогда фальчион. Дальше. Он, в принципе, и так сейчас неплохо рубит врагов, но... По крайней мере... Будет еще лучше. Это ли не прекрасно? Так, еще бы один белый титанитовый чанг. Ну ладно, пойдет. Так, хорошо. Я, честно говоря, вообще даже не знаю, куда идти сейчас. Давайте пока прекратим на этом эту серию. Пойдемте к бомфайру. Потому что все, что могли, мы уже сделали. Сейчас нам либо в очередной длительный поход отправляться, скажем, в Грид Холлоу, который около Блайт Тауна. Или в Нью Лондо Руинс. Каждый из этих походов займет как минимум по 4 серии. Но сначала я узнаю, что это вообще за бока там внизу были, то, что я столько прошел, а меня в итоге повернули. Это, по-моему, было некрасиво с их стороны. Как бы там ни было, в общем, увидимся в следующих сериях. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.